Всем привет! Начинаем нашу тренировку. Сейчас посмотрю, как у нас тут пошла ли трансляция. Поскольку сегодня у нас вопросов вроде как нет никаких. Ну, соответственно, поиграем вживую. Да, все, трансляция пошла. Отлично. Ставлю здесь чат на всякий случай. Поиграем вживую. Я думаю, на 25. Чтобы было поинтереснее. Подгружу столы. Можно новое открыть. Видишь, какой-нибудь фиш нам подсядет. Не думаю, что мы будем долго ждать сейчас. Народу много в онлайне. Сейчас, я думаю, достаточно быстро столы наберутся. Какой-то фишной товарищ сразу к нам подсел. Отлично, открою 5 столиков, я думаю, нам хватит. Здесь ставлю камбэк на тонкое зелье. Второй баррель тоже на вылет, я думаю, у нас здесь есть. Не успеваем насадиться. Так, здесь у нас олимпот, какой-то дом к полпота. Здесь у нас здесь есть холодная улица. Здесь холод. По такому черну тоже чекаем. Кто-то поставит, будем фолдить. Да, на 10 стил стандартно. Ну, 10, тем более после того, как второй оппонент коллирует, у меня следующий фолд. Здесь тоже фолд после open raise. Ветки открываем, здесь будем фолдить. Здесь я бы чекал, если бы этот парень не пихнул свои 4 ББ. Так, конечно, фолд. Здесь рука слабовата для защиты. Бросать. С коротким стеком. 7-3 тоже буду выкидывать. Слабая рука для того, чтобы стилить. Король 10 можно требать такую руку. По такой доске после кола. Волюбета у нас нету. Для кражи эквити тоже поставить не можем. Будем играть от чек-кола одной улицы.
здесь стилем. Ну, после того, как он чекнул, у него, конечно, есть какие-то гадшоты в спектре, которые доехали, но, по идее, надо ставить на тонкое value. Здесь никуда не попали, сдаемся. Здесь я проколирую и по бланку буду сдаваться. По такому риверу тоже буду сдаваться, тем более. Я думаю, что он мог там зарейзить какие-то руки слабее с перепугу. Ну, по какой-то своей причине. Ну, на пуш, конечно, буду сдаваться. Здесь у нас неплохая ситуация для сквиза. С нашей рукой. Парень широко открывается с батом, его колирует крутичный игрок. Здесь фолд, струка уже не входит в спектр open raise на ранней позиции. Закомплетимся, с позиции изолировать не хочу, струка слабовато. Здесь ставим на полублефе. Два оппонента с очень широкими рейнджами, скорее даже гараж эквити получается. Отлично. Ну, по цветам, соответственно, зеленые фиши, синие какие-то реги или около реги. Здесь третьим буду колировать. Отлично. Ну и соответственно будем рейзить. Рейзим на прямое value. Два раза сдадим, почему нет. Здесь очень дровяная доска. Мы не попали, так что даемся. Ну, все отлично. Два раза выиграли против комбо дро. Замечательно. Привет, Лотус, да, это моя игра. Это я играю вживую. Если у тебя есть какие-то вопросы, задавай, можем разобрать. Поскольку вопросов перед тренировкой не было, никто до тебя не пришел, я посчитал, что можно поиграть вживую, потом, кому интересно, посмотрит записи. Если есть какая-то тема для обсуждения, давай мы можем через какое-то время живую сессию закончить, перейти к твоим вопросам. Здесь короткий парень. Открывается он, я думаю, что может достаточно широко там что-то open raise'ить. Потом буду его изолировать, играть на его стек. Сколько там, 12 ПБ. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.